25 ноября в концертно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финал конкурса «Краса студенчества Татарстан-2016», где победительницей конкурса стала Виктория Романова. Свою корону она получила с рук бывшей красы студенчества и нынешней обладательницы титула юбилейного 10-го всероссийского конкурса «Мисс студенчества России-2016» Диляры Ялалтыновой. Достойно представить свой вуз, это Академию спорта, и также представить достойно студенчество Республики Татарстан. Ведь это очень важная задача, и впечатление – это одни эмоции, радость, ведь очень приятно, что теперь Татарстан, именно Татарстан, занимает такую высокую позицию. В 2015 году Диляра Ялалтынова стала обладательницей титула «Краса студенчества Татарстан-2015», поэтому она уже не понаслышке знает, как же трудна подготовка к такому масштабному конкурсу. Я начала буквально за месяц до конкурса, я готовила свой творческий номер. Мы записывали видеовизитку, которая будет представлять меня и Татарстан. 37 победительницам региональных этапов из разных регионов страны за время трудоемкой подготовки пришлось пройти, можно сказать, огонь и медные трубы, которые оставили в их памяти неизгладимые впечатления. Мы сдавали нормы КТО, у нас был один специальный такой спортивный день, где мы сдавали такие дисциплины, это как отжимания, пресс, прыжок в длину и наклон вперед. То есть, девушки были все подготовлены, потому что на конкурс собрались лучшие из лучших, и нам не составило труда. Также у нас был день, когда мы проходили собеседование с жюри, демонстрировали свои национальные костюмы, и у нас проходила фотосессия. Также запоминающим днем для нас был это день, когда мы поехали в город Пятигорск и с участницами конкурса провели благотворительную акцию. Пока ты молод, харизматичен, активен и амбициозен, нужно чаще принимать участие в различных проектах. И совсем не обязательно, чтобы это были конкурсы красоты. Молодость слишком быстро проходит, нужно быть полезным обществу, оставить после себя какой-то след. Так считает и сама Диляра, ведь она не останавливается на достигнутых целях и старается идти только вперед. Международный конкурс, который будет проходить в Минске, я уже буду представлять не только Татарстан, я буду представлять нашу великую Россию. Не могу сказать точной даты, когда он будет проходить, но это будет «Королева весна», который должен проходить в Минске. Молодость – это самое прекрасное время, которое помогает раскрыть себя и показать то, к чему ты стремишься и чего ты хочешь от жизни. Пожалуй, Диляра Ялалтынова еще не раз блеснет своей красотой и покажет свой талант. Поэтому нам остается лишь пожелать ей удачи и дальнейших успехов. Диана Шилова, Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.